Друзья, всем привет! С вами снова Дан Запашный. Это небольшое и короткое достаточное видео. Дело в том, что, может быть, кто-то из вас не знает, я запустил недавно второй канал. Второй канал про ту же жизнь, про цирк, про свои какие-то дела, которые я делаю. Но формат немножко другой. Дело в том, что я уже рассказывал о том, что у меня периодически бывают такие моменты, когда я слишком занят основной работой, и я не могу посвятить время монтажу, такому полноценному, с музыкой, с эффектами, с какими-то и так далее. То есть второй канал предполагает такой необработанный вариант повествования. И перехожу дорогу, смотрю поэтому по сторонам. Знаете, бывает, в телефон люди уткнутся и не видят дальше своего носа. Из-за этого бывает, какие-то неприятности происходят. Вот. В общем, канал второй совершенно без всяких там графических переходов и так далее. В общем, ну, это совсем не про то. Ну и, в общем-то, у меня возник вопрос. Я несколько видео уже на нем выложил подобного рода, и зрители достаточно так, ну, хорошо его принимают. Написали даже о том, что нравится он более такой живой, как бы, получается, более правдоподобный. И я вот подумал, может быть, сделать следующим образом, потому что на втором канале всего лишь 60 подписчиков, я его несколько дней назад открыл, вот, а на основном, конечно, намного больше. И в то время, когда я выкладываю на второй канал, первый простаивает, а для YouTube это плохо, поскольку он ну, начинает, скажем так, предлагать другие видео. Вот. Если ты последовательно выкладываешь видео и делаешь это хотя бы там 2-3 раза в неделю, то тогда сохраняется, скажем, интерес самого YouTube к твоему каналу, и он его предлагает новым потенциальным твоим подписчикам. Вот, смысл в том, что я думаю, может быть, попробовать все-таки перевести на то время, когда я слишком занят, подобные видео на основной канал и не заниматься вторым каналом. Но, конечно же, когда у меня будет возможность полноценно монтировать, и когда у меня будет больше времени, я буду стараться делать более качественные видео. Просто получается, что простаивает просто канал, и никакой информации нет. То есть можно, конечно, некоторым подписчикам, может быть, кто-то, опять же, вот я говорю, для чего я это видео снимаю, может быть, просто кто-то не знает и поэтому не смотрит второй канал. Но он действительно совсем-совсем молодой, и там совсем мало, как бы, просмотров. Вот. Если вас устроит такой формат, то, как бы, я буду его делать на основном канале. Если вам не совсем нравится, то я тогда, наверное, оставлю второй канал и буду подобные видео там выкладывать. Мне очень интересно ваше мнение. Пожалуйста, напишите в комментариях, что вы думаете. Вот, и я тогда приму решение, как лучше поступить. Всем хорошего дня. Все, с вами, как всегда, Дан Запашный. Не пропадайте. Пока.